мои домашние гераньки-то выдурились. Цветут. А вот это я черенки натыкала. Тоже укоренились и бутоны дают мелкие. Фонарики разметала ветром. Желтеют уже. Здесь стрекозка. Появились стрекозы в хорошую погоду. Стрекочут кузнечики. Я их зову цикадки. Здесь вот в темном месте львиный зев начинает зацветать. А я опять иду к своей актинидии. Тут я заметила одну ягодку мягкую. Теперь я проверяю, чтобы они не успели упасть. Твердоваты пока еще. Одна ягодка мягкая, это не показатель. Ну пусть еще посидят. Терн червивый, гниет. Не знаю, останется что или нет. А, слива по забору бутает. Слива по забору гутает сильно своим сучком. Здесь вот в густоте еще не спеет ежевика. Это топинамбур. Еще. Господи, как же стукает. А вот где солнышко, где ему свободно. Ой-ой-ой, колючий. Вот так вот начинает спеть. Можно выборочно уже его поесть. Чубушник высокий какой. Что ты петь командуешь туда? Так, здесь цветок упал. Давайте я вам дам цветок. На. Так. А, вы на клеточку залезаете. Сегодня у нас уже прохладно. Ночью до 5, сказали, будет на неделе. Надо будет, наверное, черики, которые желтеют, снять вечерком. А может, мне сейчас одну попробовать? Не поняла вкуса. Наверное, она еще не поспела. Львиный зев. Надо будет семена потом собирать свои. Много бутончиков.
Так, а ты тоже, наверное, отцвела, да? Да. Петручу, а ты хочешь курочку догнать, да? Она от тебя, видишь, как раз и спрыгнула. Ну, чего вы от меня все требуете? Зерно у вас есть, картошка с комбикормом есть, вода есть, трава даже есть. Да? Давайте вам вот это что не достанете, тоже вам кину. Так, сейчас ведь она разлетится на ветру. А не, ничего. Хочется чего-то вкусного, да? Не надо, а то разжиреете. Не надо. Калина. Красивая она сейчас. Красная красивая и такая красивая. Это такой же, как у меня у калитки. Это я сделала отводочку. Вот этот мелкий клематис беленький здесь уже отцветает. А что поближе к двору, зацветает. Вот такой. Вчера в парнике собрали мы помидоры крупные. И, наверное, надо на улице собрать, раз похолодание.